Сказать «нет» терроризму. В пятницу в Иванове, в Доме национальностей, прошел вечер реквием, посвященный памяти жертв террористического акта в Северной Осетии. 12 лет назад, 1 сентября, в школе номер 1 города Беслан террористы взяли в заложники 1128 человек, из них 333 погибли. Эта трагедия стала символом мужества, стойкости, великого горя и страданий. На мероприятии в Ивановском Доме национальностей перед школьниками выступили почетные гости, а после воспитанники детского дома «Радуга» показали спектакль «Беслан» или «Чужого горя не бывает». Глава региона, который также присутствовал на мероприятии, выразил слова соболезнования родственникам погибших, а также призвал присутствующих пристально следить за воспитанием молодого поколения. Нам категорически нельзя допустить какие-то массовые уходы подрастающего поколения в террористические и подобного типа организации. Я признаюсь, что эта работа непростая. Ее можно выполнить только объединив все силы и гражданских властей, и правоохранительных органов, и родительской общественности, и, безусловно, системы образования.